В Славянском районе с 1 марта стартовал трехмесячник по охране весенне нерестящихся видов рыб, мигрирующих и гнездящихся видов птиц. В этот период на водоемах необходимо создавать максимально благоприятные условия для нереста и гнездования птиц. С 1 марта по 31 мая запрещен вылов водных биоресурсов в кубанских лиманах. Согласно закону, добыча водных биоресурсов карается как административной, так и уголовной ответственностью. Уголовные дела могут быть возбуждены правоохранительными органами за лов рыбы с запрещенными орудиями. Особенно в период трехмесячника, причем независимо от величины и размеров орудий. Это могут быть как неводы, так и маломерные сети. В случаях лова рыбы в запрещенных местах предусмотрено административное наказание в виде штрафов от 2000 рублей до 5000. Отдельная статья – это краснокнижные. К таковым относятся также шимая. Наличие в садке даже одной особи этого вида может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Как гласит народная мудрость, что посеешь, то и пожнешь. Так и в данном случае, как пройдет нерест рыбы, такая и будет сырьевая база наших водоемов. В очередной раз хотим обратиться к истинным любителям природы, а их большинство. От нас зависит, в каком состоянии сегодня и завтра будут наши водоемы. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, Александра Тимовская, программа «События».